Вечер четверга обещает стать поистине волшебным для всех ценителей хорошей музыки. В столичной филармонии состоится концерт певицы из Германии Нади Шмаленберг вместе с камерным оркестром филармонии. Здесь в Чувашии с ее творчеством знакомы немногие, но у себя на родине она известна. Она выросла в семье скрипачей, но в детстве классическая музыка мало ее интересовала. Надя предпочитала играть в футбол и лазить по деревьям. Любовь к музыке пришла позже. Для меня очень важно вернуться к истокам, к естественному голосу. На мой вкус, именно классическое пение наилучшим образом, естественным образом подчеркивает и выявляет естественный, истинный человеческий голос. Бах и Моцарт – любимые композиторы-певицы. Поэтому неудивительно, что произведения именно этих авторов прозвучат на концерте. Надя Шмаленберг исполнит 4 композиции. Одна из них – свадебная кантата. По легенде, именно ее на своей свадьбе пела невеста Баха Анна Магдалена. Известно, петь под аккомпанемент довольно сложно, но оркестр и певица хорошо чувствуют друг друга. Музыка, она нас, людей, трогает и соединяет непосредственно от сердца к сердцу. И мне кажется, это самый прекрасный вид общения. На концерте прозвучит и органная музыка в исполнении музыканта из Йошкар-Олы Арсения Ушкова. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.